Более 300 миллионов рублей останутся в казне города. Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове отменил решение Ярославского арбитражного суда. Речь идет о финансовых претензиях к мэрии бывшей организации «Аэродром Дорстрой», ныне СУ номер один. В Ярославле эта компания являлась главным подрядчиком по реконструкции и ремонту дорог к тысячелетию. Строительное управление номер один требовало взыскать из городского бюджета ни много ни мало 669 миллионов задолженности по муниципальным контрактам и неустойки за нарушение ответственности сроков оплаты работы по ним. Суд постановил взыскать половину этой суммы – 324 миллиона. Мэрия Ярославля обжаловала решение областной Фемиды. Апелляционная инстанция его отменила. СУ номер один в удовлетворении требований отказано. Выполнили работ на 4 миллиарда 400 миллионов. Контракты были заключены на 4 миллиарда, вдумайтесь в эти суммы, 700 миллионов рублей. Разница, условно округляя, в 300 миллионов рублей, а работы не выполнялись, то есть это, по сути, неосновательное обогащение. И они желали получить эти деньги, потому что это было предусмотрено контрактами. Работы велись достаточно долго, не все работы были правильно учтены при составлении первоначальных смет. Естественно, в ходе их выполнения сметы корректировались, вносились изменения, объем работ уменьшался, уменьшалась сумма договора. Город освободился от финансовых обязательств перед СУ номер один, а вот последний сам остается должен Ярославлю вот уже 2 года порядка 90 миллионов рублей по решению суда. СУ-1 является должником города Ярославля по искам о взыскании неустойки за несвоевременно выполненные работы. 130 миллионов взыскано в судебном порядке, решения вступили в законную силу, идет исполнительное производство и частично порядка 40 миллионов взыскано в городской бюджет. Они до конца не расплатились и очень рассчитывали, полагаем, встречными требованиями к городу загасить претензию на оставшиеся у них невыплаченные порядка 90 миллионов рублей.